тифлокомментирование вводится уже и в театрах, и на разных спортивных состязаниях для того, чтобы незрячие были на уровне зрячих. Одевается наушник, и незрячему человеку комментатор в ухо рассказывает, что происходит на площадке. Одним ухом они слышат стадион, лайв, скажем так, да, а вторым, во второе ухо я пытаюсь им рассказать, что в этот момент происходит. Это очень помогает, на самом деле. Просто я думала, что как бы мне без разницы, я уже привыкла столько лет смотреть без наушников. А оказывается, это очень интересно, это очень удобно, особенно когда в другой зоне играют. То есть, как бы, когда и совсем ничего не видно, и совсем ничего не понятно, я все знаю, что происходит. Поэтому это на самом деле очень классно. Их очень интересует вот этот весь антураж. Что происходит на стадионе в этот момент, как он выглядит, что делают болельщики, что делает талисман тот же самый на поле, когда выходит. Вот очистка льда, когда проходит, тоже на этом пришлось сегодня делать особое внимание. Само ощущение прекрасное от болельщиков в Сибири, в принципе, от вот этого всего, то, что происходит на льду, и то, что главное, что выигрывает Сибирь.